Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Номер 942. События дня. Сирахов 7:39. Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь. За 15 июля 2018 года, это воскресенье. Порядок один. Встаем, как всегда, в 4:40. Дети на час позже будут вставать. Теперь 6 за 15 июля 2018. Вот Никита Колесников прислал Володе, он мне скинул. Вот-вот собираюсь сменить третье жилье. В первом меня друг старый на месяц принял бесплатно. В отдельной комнате, в своей квартире. Сейчас снимаю комнату в доме в частном секторе. Я особо и не знал, что там будет. Просто получилось, что до работы близко. Дом шикарный. Все условия. Кухня летняя на улице. Цветочки разные в вазах. Травки и тому подобное. Чисто бабья натура. Отдельно на этаже втором три комнаты для жильцов. Двух других парней почти не вижу. Один пилот военный, другой где в агрофирме работает. Только на выходные к своей бабе ездит. Хозяйка-одиночка. Только знает, что курит в своей беседке, да кофе пьет. Злая сука. Постоянные наезды. То тут не перни, то там дресни. В душевой не стираться, в комнате не сушиться. Селедка моя ей воняет. Сказала, чтобы ел ее где угодно, в другом месте. На простыне не спать. Грубая, неистовая тварь. Я в ответ кроткий, как ягня. Хотя по мне можно и угадать, что при других ситуациях врезал бы ей леща с плеча. В итоге она, видимо, ее спокойствие, даже после ее срывов, кратких истерик, сказала, что мы не уживемся, что я живу до конца месяца. Да я только и рад, уже давно другое жилье присматриваю. Устроился в цех мебельным помощником столяра. В итоге это означает, что надо все уметь. Я уже и на круглой пиле работал, на торцовочной, и фрезере, и сверле, и тому подобное. Мне нравится работа активная после школы, Игнатий Тихонович. Мне очень комфортно. Работаю такой с бородой и в поиске своем вечном. Курят тупо все до единого, матерятся. Кроме меня и еще одного мужчины-сектанта-харизмата. Он как только перерыв, сразу за Библию. Считает постоянно, и я с ним рядом бывает. Он мне иногда вопросы задает, видит, что знаю что-то. Сам он там служение ведет у своих. Я уже рассказал ему, кто они там есть со своими говорениями на языках, в кавычках. Не верит, считает Бенни Хина и прочих еретиков. Но я на Златоуста и ухом не ведет несчастный. А так, замечательный человек во всем. В работе, в быту, и о Библии не отлипает, хотя уже более 10 лет в вере. Виталий имя. Помолись разок за него. Со своими горе-православными хуже, бьюсь, как рыба об лед. Едва только 2-3 раза собирались почитать и толкование Феофилакта. Уровень низкий. Инициативы едва-едва. Даже не постятся, как я их не жучил за это. Но меня уважают. Говорят, что у меня высокий уровень, им пока не дотянулся. Это так вкратце, даст Бог, фото пришлю, спаси Христос. Владимир один пишет. Благодарствуем, Игнатий Тихонович, мудрый вы человек, людей много, а человеков мало. Благодаря вам и вашим трудам на поприще православия, и просто труду, явно поприбавится человеков. Хорошо сеете. Столько трудов ваших сразу не осилен, очень все вкусно. Это не шедевры. Это просто драгоценность, не поддающаяся оценке. Спасибо вам за ваш труд. С вашего позволения, один вопрос. Почему нигде в нынешней церкви не вспоминает священномученика, исповедника, протопопа Аввакума со сподвижниками Лазарем, Епифанием, Федором и Никифором? Это же каких человеков загубили? Поклон вам, вашему брату, протоиерею отцу Акиму, вашим братьям и сестрам, и всей общине вашей. Спаси Христос,
С уважением. А обливанцы Владимир да Наталья. Ну, что сказать, почему? Потому что это люди, которые не покорились реформы никогда, но они посчитаются у старообрядцев. А у старообрядцев спроси, почему не посчитается Ян Кронштадтский, ни Феофан Затворник, ни Игнатий Брянчанинов, ни Серафим Саровский. Ну, каждый хвалит своих, считает, что они хорошие. Вот. Воскресный день, храм. Батюшки не было, он в Барнауле. Потом нам позвонили, что вот Настя Дробот в очень плохом состоянии. Глотать не может, только лед льдинки берет в рот, да сплевывает. Живет еще. Вот. Потом, что пошли кататься на лодках после завтрака, а потом занятия. По изучению Библии. После занятий вернулись мы, стали собираться идти. Дети просятся в тоннеле под железнодорожным полотном. Там есть, это тоже заснято, все показано будет. Лазить по деревьям, где пошли, потом бороться, охота им была. Это все сделали. Ну и ягоды собирали. Ну, так к концу день-то и подошел. Все на этом на сегодня. Ну, можно даже глянуть на наши ресурсы. Вот первый. Я его даже не обработал. Мой мир. Это очень важный для меня. Вот. Наш форум 1600 тем. Очень большой у нас видеоканал. Вот сегодня 16 видеороликов выставил сразу. Разная тема, много снимаем. Люди просят со всех сторон увидеть. Пожалуйста, подражать можно, делать. Ничего тут не маракуем. Ну, это во свете Библии, православный библейский сайт. Самое ценное – это вот ответы, 4124 ответа по темам. Вот так. Много-то не развернешься, все ночью надо быстрее все сделать. Много высчитывать денег за это тут. Все.